потянет ветер сибирко, закрутится снежок. На меня ты припаси, аркан, да крепкий батажок. 27 марта отмечается Всемирный день театра. В Ивановском колледже культуры эта дата традиционно совпадает с Днем открытых дверей. Студенты и преподаватели рассказывают потенциальным абитуриентам о направлениях подготовки, а также наглядно демонстрируют, чему здесь можно научиться в театральной манере. И сегодня в День театра мы все время День открытых дверей сопровождаем актерским капустником. Студенты подготовили замечательные номера. Это студенты специальности актерское искусство по виду и актер драматического театра и кино. Это те, которые обучаются совместно. Преподаватели работают актерами Ивановского областного драматического театра. Дорога на сцену Ивановского музыкального театра идет через эти стены. В балетной и актерской труппах трудятся выпускники колледжа культуры. Многие занятия студентов проходят прямо в театре, чтобы юноши и девушки заранее познакомились с будущим местом работы. Ну, у нас есть специализация актерское мастерство. Там два подразделения: артист театра драмы и артист театра кукол. Также можно считать, что социально-культурная деятельность связана с театром. В колледже планируют и дальше укреплять связи с областными театрами, создавать интересные совместные проекты, которые объединят студентов и профессионалов. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.